Доброго денечка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами Зипа, и сегодня мы продолжим проходить Реликта. В прошлой серии мы достаточно сильно встряли на одном из заданий в джунглях. Я даже не знаю, блин, что меня дальше ждет, но я надеюсь, что это будет не сложнее, чем в прошлой серии. Поэтому давайте посмотрим. У меня уже истерический смех. Поехали. You do? Rugna's people are coming. You tell them that. Human motivations, they get easier. You do not want that contingence. Do not bullshit me, Patel. Shut up. I'm trying to think. Короче, чё вижу? Ёшкин кот. Вижу кнопку вот эту, которую нужно нажать вон тем кубом. Вот этим. Как это сделать? Я пока не вижу. Хорошо. Значит, здесь я могу пройти, здесь я могу пройти. Вот, нажать... Возможно, вот эту кнопку. Нет, нажать я пока не могу. Потому что мне нечего туда подкинуть. Чтобы подкинуть туда что-то, нужно, чтобы здесь было два куба. Один на другой ставится, он подлетает, и вот эта вот хреновина запускается, да? Да. Теперь надо как-то решить вопрос... Вот с этим кубом. Здесь его никак прокинуть не могу. Отсюда могу, в принципе, в теории отправить один куб. Но это куб не тот. То бишь... полетит не совсем тот куб, который нужно. Вот сюда. Вернее, совсем не тот куб. Короче. Чё надо сделать вообще? В целом, я пока что... А почему я через верх не могу пролезть? Что мне мешает? Через низ, главное, могу, через верх не могу. Тут как будто бы невидимая стена какая-то. Наверное... Разработчики поняли, что люди что-то делают не то. И пользуются какими-то... типа багами. Вот я смотрю, транспортник летает, да? Он летает ровно по одной траектории. От пункта А в пункт Б. Больше никуда не заворачивает, не поворачивается, ничего не делает. Зачем вот эта площадка здесь? Я пока не понимаю. И вот это зачем площадка? Я понял. Я все понял. А, нет. Прошу прощения, надо куда-нибудь вот сюда поставить. Вот, вот так. И полетит он красный. Да, он полетит красный, теперь синий. Прикольно. Еще одна попыточка. Давайте еще одну попытку. Я не попал. Да нет же. Я не попал. Не попал под транспортник. Надо, чтобы он улетел. Короче говоря, просто поторопился. Вот. Теперь вот так вот сделать. И сейчас, по идее, транспортник должен пролететь и забрать его. Есть. Это отлично. Теперь вот сюда.
вот так и полетел. Чудесно. И нахрена? Зачем мне теперь здесь открытая комната, если я уже сюда как-то уже как бы пронес куб? Непонятно. Нет, этот куб мне нужно, чтобы остался здесь. А этим мы будем пользоваться. Нет, вот сюда, вот так, так, и полетел. Нажал кнопочку, отлично. Так, хорошо. Но мне надо туда. В принципе, я могу вот эту кнопку отжать. Вот таким образом. Там я куб сейчас призову. А я-то ни хрена не угадал. Есть лифтик такой, чтобы на тот момент, что я вот так вот просрал момент. Надо было с кубом сюда лететь. Ладно, я понял. Слушать, а может быть вот этот куб мне на самом деле там нужен? То есть я не понимаю смысл нажатия вот этой кнопки абсолютно. Открылась вот эта сетка. За каким бананом, я вообще не представляю. Вот. Мне нужно что сделать? Вот так вот сделать. Оба-на. Теперь этот куб здесь. Вот. Теперь можно вот таким вот образом его сюда замагнитить. Кстати, возможно, я должен быть на нем. Вот. А, тут защита от дурака есть, да? От слишком умного дурака. Понятно, понятно. Хорошо. Вероятно... Вероятно, наверное, вот сюда надо отправлять этот куб. То есть какая траектория будет? Он полетит. И улетит куда? Вон туда. Там столб мешает. Давайте еще раз попробуем спустить куб. Ага. Здесь, короче, конкретно все защищено. Чтобы я не смог никаким образом пролететь туда. А эта кнопка, гляньте, где аж. Вон она. Ну, ладно, хрен с тобой, лети. Но я так и думал. Я так и думал. Очень интересно. И что делать? Обратно я уже не вернусь. Хотя не, почему? Могу вернуться вот на этом кубе, да? Могу. Могу вернуться, ладно. Там везде заборчики, и я просто с помощью транспортника даже не смогу никуда перебраться. Это мне никак не помогает. У меня есть только одно предположение. Я, конечно, дурак, может быть, да? Но не настолько, чтобы вот это не заметить. Пустись, пожалуйста.
Так, хорошо. И что это мне дало? Он тупо... я понял. Короче. Эта штука должна быть наоборот цвета такого же, который полетит куб. Он оттолкнет его наверх. Вот такие вот пироги должны произойти сейчас. Оба-на, есть. Есть, это есть. Здесь что мы имеем? Есть кнопка. Но там лифт не работает. Есть куб. Есть еще кнопка. Так, хорошо. Пластина, которую я могу, в принципе, покрасить. И все, да? Интересно, интересно. Сюда не могу попасть. Мне нужно, чтобы вот этот куб давил сюда, да? Но лифт этот не работает, пока я не нажму вот эту кнопку. А, окей, хорошо. Мне же можно вот так поступить, да? Они, короче, парно работают. Я понял. Я понял, хорошо. Тогда надо вот так сделать. Опа. Кубик нажал то, что нам нужно, но... А, вот оно что. А. То есть, раньше конструкторы работали здесь нормально в игре, да? А потом они решили делать вот такие вот неточности, чтобы я помучился посильнее. И как-то мне надо это... А как же? Хорошо. Ну, пускай будет вот так. Ясно. Что открылось? Так. Тут сетка закрылась, потому что вот этот аппарат выключил вот эту кнопку. Вернее, куб. И теперь мне нужно... Ага, я здесь заперт, получается. Хорошо, а нужно ли мне... нужен ли мне вот этот куб вот здесь, а? Может его просто призвать обратно? А я просто другого выхода не вижу, на самом деле. То есть мне его нужно призвать обратно сюда и поставить вот сюда. Тогда я смогу выйти из этого, так скажем, заключения. Вот. Теперь у меня здесь есть опять-таки куб. Но я до сих пор не вкуриваю, куда мне идти. Чё ты де... Ну, блин... Серьезно? Все понятно. Опа. Полетел, кнопку нажал. Все. Зачем он сюда полетел, кнопку нажал, пока не ясно. Тут, короче, вся игра пока не ясна. Знаете, вот я уже сколько там? Это, по-моему, 20-я серия. И каждый раз у меня возникают одни и те же вопросы. Зачем? Не ясно. И куда идти? Это топ вопросов.
Ну, видимо, мне надо будет запустить куб туда наверх каким-то образом. Только зачем? Вот такие вот дела, да? Постоянно возникают эти вопросы. Мне вот сюда, судя по всему. Что это меняет? Хрен его знает. Куда она ведет? А, ясно. Туда нужно куб загнать. Понятно. Хорошо. Призываем куб. Лунная призма. Как там было в мультике? Я призываю тебя. А, нет, лунная призма, дай мне сил. Я не смотрел Sailor Moon, нет, нет. Так. Хорошо, блин, а что делать-то? Ага, ясно. Так. Нет? Что получилось? Получилось то, что здесь... исчезла сетка. И с помощью... этой сетки каким-то образом, блин, там что-то у соседей так загремело, как будто кто-то упал. Я типа могу пронести куб туда, да? А как же... мне выходит, куба не хватает. Мне нужно... чтобы две эти пластины были надавлены. А, ну можно же вот так сделать, да? Вот. И теперь... и теперь получается... вот так сделать. А-а-а, и вот наверху кнопка. Я очень надеюсь, что это сейчас... твою мышь. А почему не сработало? В смысле? Ты чё? Ты должен был пролететь без проблем вообще, без каких-либо. Вот. Вот так мне больше нравится. Потихонечку, полегонечку полетел и... и лифт призвал, да? Так, хорошо, а зачем же все-таки вот это хреновина? Ну, я понимаю, что каким-то образом мне нужно, чтобы типа куб подтолкнулся или как? Ну пойдем попробуем. А как мы попробуем? А вот так мы попробуем. Сейчас вот этот куб мне нужно там призвать. А хрен я его призову здесь. Здесь уже все, кабала. Все уже закрыто. Да. Не понял я, не... А!
Все время это... А! Вот. И теперь он должен толкнуться синего цвета на вот эту красную фигню. Да? Смотрите, как хитро. Давай, давай, давай. Оп. Теперь вот эту херню убираем. И здесь нажимаем кнопочку. Что открылось? А. Открылся путь сюда. Здесь мы можем закрыться. Я так понимаю, вот этот куб здесь остается, мы его никак не вытащим, потому что вот эта сетка основная, она вообще никак не выключается. Значит, надо забить на него болт. И продолжать дальше здесь. Так. Это хреновина временная. Я понял. Нужно как-то туда присобачить куб. Нажать вот эту кнопулечку. А... Хорошо. А как это сделать? Ну все, здесь я уже никак не пройду, значит мне туда не надо. Ну, окей. Нет, не достает он. Слишком низко. Вернее, недостаточно низко идет его гравитация для того, чтобы можно было его туда присобачить. Зато я могу его запулить сюда. Хорошо, давай попробуем иначе. Опустись, пожалуйста. Там красный полетит. Я же могу перекрасить, да? Синий. Вот. И вот таким вот образом сейчас попробовать сделать. Полетит красный. Нет. Нет. Как-то иначе этот вопрос решается. Но здесь только по умолчанию эта кнопка и все, больше ничего нет. Если сделать вот так. Ну, какая-то хрень, да, получается? Вот, допустим, вот так я сделаю. Стоп, 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 стоп. Вот так. И все равно он парит не туда, куда нужно. Я нажал эту кнопку. Но это, в принципе, мне ничего не дает. Потому что они все равно слишком далеко друг от друга. Я... не вижу, очевидно, как мне кажется, решения. Здесь, мне кажется, должно быть все достаточно просто. Я просто... Ну, тавтология, короче, получается. Все достаточно просто, но я просто не вижу. Вот такая вот тавтология. Да... Блин, а чего же не затолкали-то в соседний уровень? Теперь все ясно. Вот, пойди, подбери его. Вот. А теперь антигравитацию цвет убираем. Запускаем вот эту хреновину. Тут цвет тоже убираем, а здесь даем красный. Все.
Миссия, как говорится, выполнена. Этот убираем. В принципе, он нам уже не нужен. Теперь эта штука едет на место. Синяя кнопка нажалась. Поехали дальше. Там еще одна головоломка. И я надеюсь, что она последняя. Очень на это надеюсь. Так. Есть транспортник. Я могу туда прыгнуть и, наверное, утонуть, да? Что у нас здесь? Здесь ничего. Я могу на нем проехаться. Наверное. А, меня там никто не пустит. Там же... Деточка. А, хорошо. Может быть, я вот так должен сделать, и вот этот куб должен свалиться из-за его... Да, все правильно. Теперь вот так. Вернись, пожалуйста. Понятно. Подождем следующую маршрутку. Поехали. Так. Стоп, стоп, стоп. Ладно, куб просрали. Ну ничего. Он сейчас приедет снова. Так, хорошо. А, вот этап второй. Мне нужно... Ух ты, ё-моё. Ё-моё. Ой, можно Alt F4 я нажму? Ну, пожалуйста. Так, хорошо, как... Ага. Вот так вот хитро мы его должны были выцегонить, да, туда, чтобы... Чтобы достать. Но... Хорошо. Я так понимаю, вот сюда его нужно запустить. Вот таким... там западляна летает, да? А что делать? Ну, по нему нужно клацнуть. Очень интересно. Так. Возможно, не должно было произойти именно так. Но я думаю, что должно было произойти именно так. Как я вам мысль задвинул, а? А? Гениально? О, господи, что здесь еще такое? Ты... Что такое? Ты обиделся? Блин, это баг, что ли? Я поймал баг? Капец, я походу баг поймал. У меня грёбаный куб не красится ни хрена. Здорово, блин. Прям жёванный крот какой-то. Да, он у меня же вообще ничего не действует на него. Это веселит меня, да, очень сильно.
Отлично. А мне, знаете что, а мне от него нужна здесь гравитация. Чтобы туда оттолкнуть куб. Вот этот. Поняли, да, вот сюда. И перебросить на ту сторону куб. А мне этот куб решил забаговаться. Очень хорошо. Ох, как я люблю баги вообще в играх. Это просто прелесть какая-то. Особенно, когда приходится переделывать полуровни из-за этого бага. То есть, понимаете, да, я должен сюда дать свет ему, забрать этот куб, поставить сюда на ящик и запустить вот сюда и отправить его туда вместе, скорее всего, с собой. Но я не могу это сделать. Потому что этот гребаный куб забаговался. Просто прелесть. Да, и получается мне вот что нужно сделать? Вон там где-то кнопку одну активировать. И вот сюда попасть. Вот еще одна кнопка получается. Вот это что-то активирующая кнопка, вот. Там, наверное, какая-то выдвижная стена или ступеньки, что-то такое. С помощью этого лифта это как раз туда должен добраться. Ну, у меня здесь, блин, веселые старты. Или проклятие какое-то. Это уже не первый раз, придется перезапускать. Ну что поделать, я никак не могу решить этот вопрос. Он получается забаговался куб, и у меня он не красится никак. Вот. Так, а зачем мне здесь куб? Может, я вообще как-то иначе должен достать этот куб? Вот этот почему здесь у меня остается? Он для чего-то нужен. По-любому для... Он потом в дальнейшем нужен будет, когда я смогу открыть вот эту сетку. Или стоп. Точно, я же могу антигравитацию на него сделать. Правильно? Вот. А гравитацию? Он там вообще хрен знает куда улетел. Ну ладно. Thank you.
Может, я вообще не так должен вытаскивать этот куб, а? Поэтому и забаговался он. Но других способов я просто не вижу, как можно было бы вообще какой-либо куб добыть. То есть вот так вот вычепить его отсюда. Отпусти куб мой. Все на самом деле гораздо проще. Так, хорошо. Ну давайте, что там, попытка номер 674. Все, там западляна летает. Я его должен как-то активировать. Вот, он прицепился. Теперь я его должен здесь, ну, как бы по-честному сбросить, верно? Все, на него ничего не действует больше. Он забаговался. Или с помощью этого лифта его должен сам забрать. О, слава богу, блин. Какому нафиг только богу, правда. Ладно, не будем сильно ругаться. Это всего лишь заняло у меня минут лишних 10, да? Все, теперь там хреновина открылась. Ага. Этот куб не должен был послужить дальнейшим подъемником. Вот сюда. Я сюда перебегаю. Так, спускаюсь, ставлю кнопку обратно. Да, все правильно. И возвращаюсь вот сюда. При этом. Ага. При этом мне как-то надо использовать вот этот куб, который стоит сейчас на кнопке передо мной. Вот. Каким-то вот таким вот нафиг макаром, наверное. Ясно, не вовремя. Вот. Он присобачился. А что дальше? Ага, дальше вот этот лифт должен, наверное, проехать сейчас сюда. Нет. Нифига подобного. Возможно, я с этим кубом должен вот такой вот... Зачем ты туда застрял обратно, а? Ну, я тебя не просил ведь. Забери куб. Как этого робота?
Ну, я должен был попробовать, да? Хорошо, давайте сначала его потрогаем. Вот так. Выключим ему всякую фигню, которая... что там, антигравитация? Да, короче, все выключает. Вот. А теперь попробуем его здесь оставить. Отлично. Отлично. Теперь вот здесь красный антигравитация, синий. И мы вместе с ним полетели. Теперь получается, мы полетим синий, значит, вот здесь сбоку красный должен быть. Понятно. Я понял, хорошо. Нам вон туда. Возможно, я не должен был. Так, если мы летим по диагонали вот так, да? Может быть, здесь нужно было сделать такой же цвет, как на кубе. И он тогда вот так бы залетел сюда. Можно попробовать, в принципе. А это зачем, куда едет? Все? Не сильно радужно. Протупил. Вот, как бы вот так я хочу сейчас попробовать. Мы сейчас полетим. И отразимся. Отразимся куда? Куда мы летим вообще? Слушайте, ну это хорошая идея была. Не совсем правильно, она, скорее всего, так не должно быть. Ну да. Вот у меня одно предположение, что может быть вот сюда сейчас присобачимся, отразимся вон туда, полетим, да? Как бы меня здесь не скинуло. Вот. Типа вот так. Вот ту кнопку мне надо нажать. Ага, хорошо. Тогда я поеду на этом лифте, потому что я сам сюда могу проникнуть. Вот так. Здесь я могу пройтись и нажать вот что. Так? Нет, вот так. Теперь этот куб ставим сюда, и все три кнопочки остаются нажатыми. Я если спрыгну в воду, я умру, интересно? Здесь нет. Вот, почему спустился? Мне вот этот куб нужен, во-первых. А во-вторых... Во-вторых, я еще не придумал. Да, он, видите, как далеко полетел. Сейчас мы посмотрим, что там можно сделать. Там, как минимум, была кнопка. Вот она. Да блин, как он резко поворачивается. Вот. Отдай. Сволочь. Да, мне сейчас получается нужно будет вот сюда поставить этот куб. Вот эта сетка откроется и туда пройти. Но для этого придется еще раз намочить наши ножки. Вот такие дела, да. Это сработало.
Да, блин, я хотел быстрее, быстрее. Нет, не успеваем. Опять ждать его придется сейчас. Ай, черт. Смотрите, как сливаются доски, как будто бы продолжение пола. А тут на самом деле, блин, подъемчик не кислый такой. Поехали. Talk, Patel. You don't understand the human notion of stress, do you? Or maybe you do, only too well. You have very limited concepts of time. But they will have to do. Mom, I have news. Kira, good or bad? Well, they are a development. Paradigmatic human exchange, all texture. No actionable information. Ignore him, Kira. Parasite's gonna parasite. What's the news? The sensors of the Solidaridad are giving me 3 contacts. Coming in fast, still burning. Unless they plan on ramming the moon, they'll have to do a severe reverse burn soon. Ragnar. Had to delay myself by entire deciseconds to match speed. But that was fun. No merit. You're just reading my mind. Nah, didn't have to. You're just predictable. Hello guys. Friendly reminder. Are we doing something about this, or...? I'm on it, okay? Don't distract her, Kira. She's only human, after all. Mm-hmm. Я зачем-то выпустил вот этот летательный аппарат, но пока не понял зачем. И что мне это даст? Я не знаю, как люди по несколько часов играют в эту игру. Может быть, я просто старею? Вот этот поддон здесь не зря, да? Понятно. Это что штука открыла? Угу. Выпустила летательный аппарат, но куда и зачем, пока не ясно. Впрочем, как и все остальное. Там, конечно, жесть вообще, на самом деле. И я пока... Вот этот лифт мне, судя по всему, нужно запустить. Вот. Здесь какая-то хрень. Тут какая-то... Что это? Ага, сетку убирает. М-да. Да, нажать могу только с помощью... нашего куба с пометкой вот такой. Но для того, чтобы все это нажимать и все это передвигать, нужны кубы, а не вон они. Потому что кубов я больше нигде не вижу. То есть все получается, я своим как бы телом нажимаю, но при этом это неправильно. Так явно не должно быть. И сюда вот и этот ящик нужно как раз таки поместить. Вот там что-то еще скрывается. Вот, самое интересное получается, что мне нужно вот эти 2 куба достать как-то. А они, получается, под...
Так. Ага. Вот. Теперь их надо сдружить и уронить. А теперь... Да... А теперь как-то вот так надо, наверное, сделать. Нет. Рановато. Хорошо. А что если вот так сделать? И он как бы там останется, да? А! Я понял, да? Или нет? Да, все верно. Короче, понятно. Где ты? Вытаскиваем куб вот таким образом. Вот так. И вот так. Вот. Один мы вытащили. Да, остановись ты. Его мы можем... Что сделать? Его мы можем привязать куда угодно. Я так понимаю, левая и правая стороны как бы не особо важно, в какой последовательности делать. Поэтому начнем с левой, наверное. Какая пофиг разница, да? Вот. Кнопка получается вот с таким знаком. Давайте вот здесь вот попробуем нажать кнопку, посмотреть, что там откроется. Ясно. Я думаю, что с помощью этой хрени можно вытащить вот этот куб. А как это сделать? А, вот сюда я могу куб призвать, кстати. Вот таким вот образом. Можно еще вот так сделать, да? Затолкать его сюда. Теперь убрать здесь гравитацию. Нажать вот так. Немножко баганулось. А почему так? Короче, я на правильном пути. Отмена. Залетай сюда. Теперь я... Вот. Вот теперь он правильно залетел. Пошел на вылет. Есть. И теперь у нас есть вот такой куб. И тот, и другой у нас кубы, куб есть. Это здорово. Что поменялось? А оно мне нужно? А, типа я должен был один куб вытащить. Ха-ха, интересно, да? Один куб вытащить. Привязать его. Короче, может быть, я не совсем верно сделал, но тем не менее, короче, это проканало. Поэтому я
не намерен заморачиваться дальше. А буду вот этот куб запускать к вот этому другу. Вот таким вот образом. Ах ты, скотина. Ай, нет, да нет. Я поторопился. Я не то хотел сделать. Вот, поняли, да, что я хочу сделать? Нажать вон ту кнопку. Так, отлично. Часть сделана. А теперь как-то вот так вот надо закинуть типа наверх его. И пускай он там тусуется, верно? Или рановато это? Теперь мне нужно как-то сделать то же самое с... мне нужно, во-первых, вернуть вот этого чувака вон туда, вот сюда. Вот таким образом. И вот здесь нажать вот эту кнопку. Да? И теперь нажать вот эту кнопку. Ап, стоп. Вот так. Все. Теперь вот так лети сюда. Ага. Теперь... Блин. Я промазал. Нет, нет, нет. Не угадал. Вот. Сюда. Теперь вот на эту площадку. Сейчас он спустится. И то же самое нужно будет сделать антигравитацию. Оп. И теперь должен лифт активироваться. Есть. Затем поднимаем этот куб. Сами поднимаемся на этом гребаном лифте. Чтобы встрять еще сильнее. Все, оба куба здесь. Тут у нас что? Ну, во-первых, я вижу уже вот такой вот ход по отправке куба в эту локацию. Вот. Есть этот куб. Здесь такого я не вижу. Здесь есть такая вот площадка. Сейчас посмотрим, зачем она. Типа просто перебросить. Хм. Просто перебросить не получилось. Не получилось. Хорошо, этот лифт активируется только с помощью вот этого куба. Ну, нужно попробовать вот так вот сделать, например. Хитро, хитро. Нет. Уж у нас снизу. Как бы это пошло не звучало. Мне главное не просрать вот этот куб. Верно? Вот так, потихонечку, потихонечку. Все, антигравитация. Вы сдружились, все семейства вместе. Это хорошо, меня радует. Нажимаем теперь вот... Ну и куда ты поехал без меня?
Стоп. А как? А что? Там на лифте что-то было? Понятно. Короче, мне нужно вот так вот сделать. Именно поэтому там три куба. Вот такие вот. Что такое? Перегруз, что ли? В чем проблема? Алло. Хорошо. Он только что наверх ехал, сейчас не едет. Какого хрена? Блин, ну это фейл вообще. Что такое-то? В чем проблема? Он просто не поехал наверх. Да не так, ну. Да ё-моё. Почему он не едет наверх? А, без меня не едет. Смотри, какой вежливый. И чё? И как мне их раздружить так, чтобы он еще и правильно полетел? Очень интересно. А тем временем пошел уже час. Я, кажется, понял. Вот так. Что там еще дальше? Меня уже пугает. Каждая серия все дольше и дольше становится, потому что все тяжелее и тяжелее решить вопрос. Подобрал я куб хорошо. Угу. Опустись, пожалуйста. Чтобы эта сетка ушла, нужно нажать туда. Чтобы нажать туда, нужно как-то туда проникнуть. Чтобы нажать туда... Оп-оп, куда ты крутишься? Зачем это? Что происходит? Карусель какую-то включил зачем-то? А зачем? А, может быть, теперь его обратно надо вернуть? Все равно не по... Так, а эта дверь была открыта здесь или нет? А можно как-то полностью ее открыть, нет? Ну я понял, мне здесь куб нужен.
чтобы туда пролететь. А как туда куб прокинуть, я что-то пока не пойму. Зачем вот эта карусель включилась, я тоже не пойму. Хорошо, а если взять вот, допустим, он крутится, крутится, да? Моментально останавливается. Ясно. А, в принципе, мне зачем это делать, если я туда могу... Да, спокойно пройти. Хорошо. Может, я еще один куб должен сюда пронести каким-то образом? Ну, я не вижу, каким образом можно было бы это сделать. Поэтому вряд ли. Так, сюда проникнуть я тоже никак не могу. Нахрена эта карусель включилась? Тоже не пойму. Выключилась вот эта сетка. Мне нужно как-то с помощью куба вот туда проникнуть. Но... Хорошо. Забираем этот куб. Что мы можем сделать? А ни хрена не можем сделать. А, я понял. Мне нужно, получается, сделать вот так. Как-то вот так даже. Смотрите. Понятно? Вот и я охренел только что. Но это было неправильно. А зачем мне вот это вот хреновина? Какой-то посредник получается, да? Мне нужно вот сюда пролететь. А, ясно. Теперь мне нужно куб прокинуть. Это не посредник, это транспортировщик для куба. Есть. Опа. Ну офигеть. Нанотехнологии, видали? Короче, вот этот куб мне получается сейчас нужно поставить сюда. А чтобы его поставить сюда, мне нужно его там призвать, установить вот на эту площадку. Господи, как все тяжело-то. А, подожди. Но мне при этом нужно еще и вот здесь стоять, да? Ясно. Я думал, мне нужно будет еще и на ту кнопку нажимать, а это, оказывается, не нужно делать. Это меня радует. Рано, мне кажется, я запустил его. Хотя нет, нормально. Сейчас он потихонечку сюда прилетит. Там, походу, еще дальше задача. Мне уже тошнит от них.
что эта кнопка включила? А, ясно. Теперь мне что-то там наверху нужно еще активировать. И я очень надеюсь, что дальше будет генератор последний. Так, есть и лифт. В принципе, понятно, для чего он. Так. А, ясно. Теперь его нужно вернуть, этот куб. Дать ему синий цвет. Здесь можно, в принципе, уже убрать. Эта штука прямо напротив, да? Угу, именно так. Теперь мы активируем этот лифт. Он возвращается. Я делаю антигравитацию. И он должен сейчас вот сюда присобачиться. Есть. И отразиться на эту кнопку. Так. Активировалась ступенька. Что... Что это? Что дало? Просто я не понимаю. Зачем эта кнопка? Не ясно, не знаю. Пока не знаю. А, кажется, я понял. Мне этот куб нужно забрать. А чтобы его забрать, нужно вот так вот сделать. Кого я перекрасил, не понял. Чё за хрень? А-а-а, тут же кнопка, блин. Ах. А можно... Блин, нет, нельзя. Ладно. Здесь у нас что? Да-да, блин, мне нужен этот куб. Каким-то образом сюда прокинуть. А каким образом, хрен его знает. Это что активирует? А ну-ка, опустись вниз, пожалуйста. А, поднимись весь вниз, пожалуйста. Вверх. Понятно. Вот так это делается. Ой, как все тяжко-то. Как тяжко. Туда. Вот сюда. Понял. О, у нас появился собственный плот. И генератор, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Incoming ships are burning in reverse. So they are landing. I was half expecting Drugnet to just nuke us from orbit. Only way to be sure. Incoming comm. From... Oh. Dad. Stall him, Kira. What? No, you talk to him. What do I tell him? Only got one more to go, Kira. Just...
Just buy her some fucking time, Patel Jr. Okay, hurry up. And tell your boyfriend to behave, Mom. Solidaridad out. Короче, здесь еще жопа. Все, эти ящики отвязались от меня, значит, я с ними уже не должен иметь дело. А что ты там делаешь? А, дружочек? Мне надо вот эту штуку выпустить. Тогда и только тогда упадет этот куб, наверное. Так. Вот это что хрень? Ага. Ну, на небольшую траекторию он летает, да? Возможно, вот так надо сделать, да? Пум. И у нас есть куб. Теперь эта хрень вылетает сюда. И что может сделать? Интересно, девки пляшут. Ну и чё? Хорошо, мы его выпустили оттуда, да? Теперь надо куб перепривязать. А теперь нужно вот так сделать. Прям в упор положить, да? И он его возьмет. Я не думал, что эта штука будет служить помощником. Отдай. Идем дальше. О, жесть. Когда это закончится уже? Зря спрыгнул. Здесь можно призвать куб. А, прикольно. Я в ловушке оказался. Можно, наверное, как-то перепрыгнуть, да? Здесь низко. Придется мочить ножки. Кнопка вот здесь. Подъехала еще кнопка. Активируем. Активировался лифт. И какой-то подъемник. Сюда куб я пронести уже не могу, но могу сам подняться. Сюда призываем куб. Это... Штука запускает. А, понятно. Когда у нас становится? Топ. Нет, рано. Так. Мне нужно его активировать и полететь вон туда вместе с этим кубом. А что, не нажимается? Ясно. Да.
Да не туда. Ну, промазал чуть-чуть, извиняйте. И опять не туда. Да что ж такое-то? Слушайте, тяжело подугадать, куда он полетит. Рен, запрыгнешь еще добавок. Да ёпс тудей, ну это как так вообще? Где я его должен, в какой позиции я его должен использовать? Ну, хотя бы так. Немножко кривенько, косенько, да, да не страшно, да? Мне нужно на ту сторону. Может быть, получается, что сделать его красным? Немного не пойму я, как это использовать. Что-то не то, что-то не то. Так, хорошо. Вот он отразится вообще в противоположную сторону. Мне нужно туда добраться. Так, выходит, что ничего не выходит. Мне как-то надо что сделать? Успеть, что ли, или что? Чтобы он что сделал? О, сейчас покатаемся на лифте, будет весело. Весело, задорно. Но как-то не шибко интересно. А, без гравитации надо использовать. Окей. Да, блинский. Ну что ты тупишь опять? Без гравитации. Вот. В всякий случай заберем его, да? Все, эта хрень активировалась. Что?
И чё? Хорошо, эта хреновина крутится. А зачем она крутится-то? Да, я понял. Вот сюда нам она отправит нас вон туда в полет. Теперь нажимаем здесь кнопку. Это лифты поменялись. Теперь отжимаем кнопку. Нажимаем здесь кнопку. Выехала еще какая-то хрень. Лифт. Ага. Не понял. Сейчас я нажму кнопочку. И получается здесь будет... ну откуда же я знал, что нужно было вот так сделать? Взять вот сюда встать, да? Так, а я не успеваю туда перепрыгнуть никак. И что делать? А ну-ка нажмись еще раз. Ясно, она улетает хрен знает куда. Может, я перепрыгнуть успею? Спасибо, спасибо. Просто шикардос. Хорошо, что здесь активировался лифт и прочее. Топ. А здесь что у нас? Что это такое? Это, в принципе, нам не нужно. Уже не нужно. О, господи, как все сложно-то. Ну, полетели опять. Я здесь упираюсь по-любому, то есть нету никакой возможности как бы прилететь дальше положенного. Но при этом... Твою за ногу. Просто куча времени уходит на то, что я... Вот так вот падаю, куда-то там сваливаюсь, бегаю, прыгаю. Никакого сюжета просто. Там какая-то там замутка какая-то. Но я тут сам один сам по себе бегаю. Как дурачок. Решаю задачи, которые типа пройти нельзя. Ну, в смысле... Обойти. Понятно. Вернись. Я все прощу. Но это не точно. А, куб. Куб вот так можно вернуть. И сюда поставить. Там еще задача. И сохранения никакого не было. Здорово. Куда ты собрался без меня? А, зашибись. Поехали обратно. Мне явно нужно туда.
Да уж. Всякую фигню, блин, придумали вот эти прыжки с барьерами. Что открылось? Что-то выдвинулось. Там куб лежит. А если я уберу вот этот куб, что произойдет? Задвинется, да, обратно? Да, они еще не достают друг до друга. А почему? Может быть, куб вот этот должен выдвигаться? А, на нем антигравитация, не использовал я. Понял. Да нет. Ну а теперь он просто об эту сетку возьмет и упадет сам. И что, особое приглашение надо? Вот, этот привязываем. А где он нужен? А, внизу. Ясно. То есть мне, в принципе, можно прыгать. Там вот призывалка есть этого куба и вот этого куба. Да, можно прыгать, в принципе. Но там вход в бункер. Я надеюсь, очень надеюсь на то, что это конец. Как минимум, хотя бы этой локации. Что здесь? Для чего я привязывал этот куб, я пока не вижу. Мне как-то наверх надо взлететь, да? Чудесно. A few moments later. Ну, возможно, возможно. Это решение. Уф. Видели бы вы сейчас мое лицо? Я так рассчитывал, что это конец. Прикольно. И что нужно сделать? Если я вниз падаю, есть лифт, да? А как я полечу под такой траекторией? Может, мне куб просто куб...
А, вон оно что, понятно. Короче, здесь... Да, можно упасть для профилактики. Вот. У нас здесь получается... Синий полетит, да? А. Красный полетит. Вернее, правильно все. Синий полетит. Синий. Там синий. Наверное, короче, вот как-то вот так должно быть. Понятно. Я, короче, должен был быть сверху. Да? 100 пудов. Сюда я примагничиваться не должен, значит, получается так. Да. Вот эта хрень, получается, должна была... Так, я летел синий, значит, это красное будет. И это синее, вот так. По такой траектории мы должны будем полететь сейчас туда. Вы уж простите меня за унылый голос, но я реально устал. Хочу допройти уже. Наконец-то. Two ships landing. The third is in low orbit. And it... Kira? Kira! Kira, come in! Hello again. Sorry to keep you waiting. I wouldn't land those ships if I were you. This thing is highly infectious, and we don't even know exactly what the contagion vector is. My scientists will figure it out. Don't worry, I have the pick of the best from around the United Habitats. Fuck you, Ragnar. It was funny the first time around, thing. Give you a crash course in human dialectics. I do not care to sound like you, asshole. You spent too much time with my ex, but we gotta stop meeting like this. The switch, please, Angelica. If you can restore power to Chandra, we can all call it a day and go home. The switch, Patel. We can still make it to the Solidaridad. We can outrun them. Does not care about you, Patel. Mom, where are you? The Solidaridad is fully powered. What do we do? Kira, I'm coming. I'll get to the lobby and then we'll see what we do. Так, и чё? Идём, типа, дальше? Just wait for my men in the lobby, Angelica. They'll take care of everything. We'll fly Kira and you to High Samarkand. You
You know it's the right thing, not just for Kira. We'll finally get the chance to study this parasite. It's a once-in-a-millennia chance for science. Mom? Open the door and get in, Mom! Maybe we can make a dash for it! Get to the ship, Patel. We'll rig it to outrun any human space vessel. We can get away from them all. Kira, you, and me. And we'll finally have a chance to study each other. You are the only one in your species who will ever be given this chance. Both of you, just shut up. I'm trying to think. Mom! We're running out of time, Mom! Ну, я пойду за дочкой. Нахрен мне этот Рагнар нужен вообще? To this ship. Your boyfriend has made some improvements. Am I your new dad, Kira? Ugh, gross. Whatever this thing can do, friend, I suggest you do it as soon as. Whoa. We're pulling. Oh gosh, over 50 G's and increasing. Impossible. We would be long dead, that sort of acceleration. I know a couple of gravity hacks, Patel. So, where do we go now? Infinity. Beyond? Nah, that's been done before. Somewhere quiet. You can teach me some tricks, friend. Give me something I can use to outsmart Nguyen. I mean, if you have a minute. Oh, my pleasure, Patel. All I have is time. Good then. Hey, Kira, do you have something to eat in here? Water, hydrogen, oxygen composites. I can synthesize that in a second. Sounds tasty. Fuck you, Patels. Что ж, дорогие друзья, это было достаточно долгое и нудное местами путешествие. Как только что было показано на экране, 17,5 часов... живого времени я потратил на прохождение данной игры. Сказать, что я остался недоволен игрой, я, наверное, бы обманул вас. Игрой я остался доволен в целом, но сюжетная линия несколько затянута большим количеством головоломок. Головоломки, конечно, великолепны, ничего тут не скажешь. Если вам нравятся игры подобного характера, любите поразмыслить, иной раз вскипятит свой зад, то эта игра определенно для вас. Спасибо большое за просмотр, поставьте лайк обязательно, оставляйте комментарий. Всем удачи и пока-пока, до новых встреч!